какие решения приняты по, значит, приведению дорожного полотна в нормативное состояние. Продолжение вопроса, закрыт ли все-таки карьер, как докладывал Дмитрий Александрович Мигельский на прошлом ПДС. И, ну, по логике вещей напрашивается, все номера машин, которые там заправлялись песком и путешествовали по этой дороге, известны, они в наш сюжет попали. Почему этих подрядчиков не обязали, например, даже негласно, элементарно ее привести в нормативное состояние, эту дорогу? Вот такой пока один вопрос. Но есть, будут еще. По поводу карьера. Карьер мы полностью проверили. Там имеется документ, имеется лицензия на недропользование. На дороге у нас выставлены знаки по поводу соосности, нагрузку на ось. Сделано предписание собственнику этого карьера по его работе. На сегодняшний день транспорт по дорогам общественного пользования у него не передвигается. Вот вкратце, наверное, так отвечу на ваш вопрос. Ну, то есть деятельность карьера сейчас не ведется, поскольку телепортироваться машины не могут, да? Я правильно понимаю? Саш, наверное, не совсем правильно. Там часть машин все-таки работает в этом карьере, но они передвигаются полевыми дорогами. И ту дорогу общественную они не затрагивают, они по ней не передвигаются.